Эдвард. Это очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Вот это большой корабль! Они бросают мины! Вижу их! Гони к острову! Не дай нас обогнать! Двигатель накрылся. Что? Я могу починить его. Прикрой меня. Что? Охренеть. Вот она карма. Все, готово. Работает? Да, гони. Уходим отсюда. Гони прямо к острову. Справа. Осторожно. Натан. Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотаций, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Вау. Теперь идем поверху. Держу. Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Ладно, Нейт, давай. Ты сможешь. Ну, прыгай. Черт! Держу! Давай!
Ну-ка. Получилось. Ага. Ну, конечно. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Qué tal esto? ¡Lucha como un hombre! No. Esto es para ti. ¡Puedes hacerlo! ¡Nosotros! Ahora sí, pendejo. ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! Да мы и не дрались. Правда, дружок? Te voy a matar, digo, come mierda. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Te voy a sacar tiras por el culo. В одиночку. Увести! Его ставь спиран на кие! Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Такой сон снялся. Эй! Ладно, полегче. А.
пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства. Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Ух ты, что у нас тут? Больше ничего. Пора назад. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен? Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Но я актер получше. Ты поэду дезира, верта де принципианте, верда? Хихо де пута. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка, не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал. Что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям.
Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Mm-hmm. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? О, охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. Ага. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. Дай угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Я сказал, что мы уже закончили. Мира, я нас ганаста, ясно? Мы тарды пора hablar. Ки но сале! Эй, знаешь что? Ты не te metas. Ладно. Эй, отстань! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись. Кем себя возомнил? Дьявола Суселда. Метро Лос Грингас и мне офисина. Деханес. Деханес. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало.
Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Бегом! Бегом! Держу! Давай! Сэм, нет! Нет, держись! Держись! Сэм! Дай вторую руку! Давай, Сэм! Нет! Сэм! Надо сваливать! Нет, он еще там! Его больше нет! Быстро, лодка прямо под стеной! Нет, не могу! Не могу его бросить! Нейт, твой брат погиб! Выбирай, ты со мной или с ним! Нет, он же... Как хочешь! Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. А, вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Поехали. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Давай, давай. Вот так. Так, так. Весь груз в целости и сохранности.
красота. Ты как, Нейт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой вонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Рад, что вернулся, Дрейк. Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. Потом закончим. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Да, давай. Спасибо. Смотри, медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй! Ты молодец. Спасибо. Медный провод. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. А, весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли, ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видно, серьезная работа. Вот тон ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. И... Угу. Все, есть. О! Закончила? Да. О. Ну, там наверняка куча лишнего и опечатки, но есть же редактор. О, умираю с голоду. Вкусно. Угу. Ну... Как у тебя дела? Что? М? Я тебя не понял. Прости, прости. Как у тебя дела? Оу, очень хорошо. Угу. Ну, все как обычно. М? Я выудил из реки кучу всякого хлама. М? Да? Ну, ты хотя бы искупался. Был какой-то интересный хлам? Ну да. Просто жемчужина. Это был грузовик начала 21 века. Раритет. Аборигены называли их фурами. Ах ты, господи. Ну, короче, это серые будни. Лучше про статью расскажи. Ну, заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мной ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог, что у людей дыхание перехватывает еще на трапе самолета. Ну вот.
И, в общем, у меня получилась такая... А? Ты... Ты что? Где летаешь? Ну, я здесь, у тебя на вид. Серьезно? Что? Ты рассказывай. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? Вот это? Угу. Про людей в Бангкоке. И это про смог, и про то, что они... Никуда не могут улететь, и дышать там нечем. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело, ну, прямо очень... Я же был на стадионе, так? В другой стране, но, в общем, да, на стадионе. Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзию. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешений, и мы договорились, что больше в такие дела не полезем, да, не просто... стоит ему того. Ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Ну, нет. Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, 2 года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя, ясно? О. Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да. Давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка? Испугалась? Ну все, ладно, ковбой. На, смотри и учись. Я вся внимание. Началось? Нет, грузится. Грузится? Да. Как же долго нужно ждать? Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Что-то не так? Нет, нет, просто... Как тут вообще... Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. Понял. А круг — это атака вращения. Убегает Луна. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Я ему ничего не сделал. Атакуй вращение. Там яма. Да, видел. Я видел. Это кто? Лиса? Бандикут. Похож на лису. Да. Как лиса. Так, ломай ящики. Зачем лиса ломает ящики? Это бандикут. Ну, что так. Это лиса, хоть и мало похоже. Близко. Кстати, лиса так и могут. Это бандикут. Какой же это бандикут? А, ты хоть раз их видел? Нет, но вряд ли они носят красотки. Так, хватай сутки. Что делать? Сотня фруктов дает 1 жизнь. Сотня? У кого есть время собирать 1000 фруктов? А, что случилось? Ты упал в яму. Знаешь, как мне подняться? Ты умер. Неправдоподобно. Я бы смог оттуда выбраться. Ему нужно учиться лазать. Меня это всегда спасало. Неплохая графика. Правда? Зачем он крадет все эти фрукты? Лисы фрукты не едят. Он не крадет, он собирает. Не его. Значит, это кража. Ну да, тебе видней. Точно? Ни о чем. Опять слышу. Соберись. Бедная лисичка. Бандикут.
Чего? И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора Серьезно? Помыть. Серьезно? Ты меня еще подначивать Там будешь? Есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, очень легко. Ты сейчас у меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну что так, ты сделаешь? Я тебе сказал. Покажи. Ну, я что тебе ты сказал. По правде я сделаешь? Тебе устрою. Эй, ты счастлив? Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда. Пока закрыто. Закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я, иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Он вашего роста, постройнее. И без такой седины на висках. Сэм. Рад тебя видеть, Нейт. Господи, Сэм. О, ладно, ладно, полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. Господи. Их врачи, ну, врачи, меня заштопали и тут же посадили обратно. Но я же выяснял, 100 раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я бы за тобой... Ты вывернулся. Я знаю, Нейт, я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй, все нормально? Да. Надо на воздух. Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Я постараюсь. Такие новости, знаешь ли. Ну, как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как ты вообще так, меня нашел? Так, так, так. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да, было. Выкладывай, что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк инсценировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы, да? Да. И ты представляешь, я его открыл. Ну? А тела нет. Но на дне лежит дневник. Не врешь? Ну и все как обычно. Потерянный город разрушен, но мы из него выбрались. Чудом. Невероятно. Ну да, невероятно. Жаль, тебя не было. Нет, я в буквальном смысле не верю. Ты говоришь, что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился... Ни с чем. Ну, вот такова моя планида. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю.
Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара? Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы. Книжку забросил, да? Подойди-ка, Самил. Слушай, охрана песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью, убогой работой? Ну, зато их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду? Да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. А, мне это нравится. Это еще что? Ну, вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, Мелегро Верло. Сатима Деки. Ох, Косемус Конель. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Ты помнишь, как надо стрелять? Ну, как-нибудь вспомню. Абрантодес лас пуэртас. Гектор, тут же вспыхнет настоящий бунт. Именно. Хаганло. Держи, Сэмюэл. Пей. Нет, нет, спасибо. Мне сейчас ничего не надо. Давай. Ты обезвожен. Вот, пей. Спасибо. А? Куда теперь пойдет Сэмюэл Дрейк? Да, куда же я теперь? Приму ванну. Сплю в настоящей кровати. Может, подцеплю себе хорошую бабенку. А? И найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да, ты прав. Ну, а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, я не знаю, нужно добраться до Штатов, а там видно будет. Сколько? Я пока еще не начал.
Но ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю. Просто... Слушай, Эври же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Но у меня есть хорошие зацепки. Так, так. Погоди. Эй! Тихо! Ты мне нравишься. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я все найду. Мне просто нужно время. Да, Манкуча. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай. Я все найду. Клянусь тебе. Сколько? Полгода. Люди ленивы. Они всегда просят больше времени, чем надо. 3 месяца. За 3 месяца не... 3 месяца. Мне половина. Справишься? Говори. 3 месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад, или чего доброго побежишь сдаваться в полицию, я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Ну, вставай. Самый ближайший город в 10 километрах туда, в сторону солнца. Давненько ты не видел восхода солнца. Vamos. Как мне тебя найти? Потом. Не бойся. Придет время, я сам к тебе явлюсь. Buenas suerte, Samuel. Вот, Алькасар меня отпустил, и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали, сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался. Все эти годы копает, придурок, ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Ну и вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука интернет, такое можно найти. Просто крест Святого Дисмоса. Просто тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а это целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. Ну, круто. И где же он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси. Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? Да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... Ясно. Ты его украдешь. Не я. А мы... Нет. Нет, Сэм, я не могу. Я завязал. Что? Нет, все, я больше такими вещами не занимаюсь. И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся. Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи. Да хоть Чарли Каттер. Нет. Вот, нет, к нему нет, я с этим нет, бы и ни пошел. В коем случае. Я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно?
Мне нужен ты. Ну, должен же быть другой вариант. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Милая, это я. Да, слушай, ты не поверишь. Джеймсон только что привез разрешение. Да. Знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию. Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебя оттуда видно? Только самую верхушку. А. О, вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Не усложняй. Ладно, понял. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм. Мы бы уже туда пролезли. Вопрос как? А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет. А если его поймают? Сэм. Он знает хозяев аукциона. Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Все схвачено. Ну-ну. Так, короче, говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарников, но не нас. Но не тебя. У вас не всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он не родной. Нет, нет, слушай. Я хочу, чтобы ты ему поверил. Ладно, ладно. Он все сделает как надо. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот. Видишь? Верь. Смокинг не запачкай. Спасибо. Ага, спасибо. Нейт? Нейт? Что? Да. Так. Все нормально? Да. Ну как? На все 400 миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Салли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душа угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. 15 лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем, сейчас покажу. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить.
Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к Христу? А если не увидит? Ну и богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Да. Ты знаешь, где у них тут рубильник? Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Антипасти? Нет, спасибо. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Угу. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник. Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы. Так, пошли за мной. Через подвал срежем. Черт, заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь, иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Нейт, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да, пошли. Ну как? Тихо, тихо. Бонасера. Ma che sta facendo? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало?
Ну да. Ну, теперь и ты. Да будь костюмчик. Ладно. О, черт! И вам это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рэйф? Давно мы не виделись. Лет 10, 12. 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трот. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну, стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка, повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Так, рубильник. Вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейф сейчас купит ваш крест. Что? Что? Рейф? Рейф здесь? Да, Рейф здесь. И пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет спасибо. Таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Верь мне. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грации. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Не терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. 190 тысяч евро. Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 200 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро.
Джентльмен желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фермо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарище! Ладно. Оу, скузи. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так. Не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка, повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Иди сюда. Отдавай мне артефакт. Вы знаете, сколько я их за жизнь насобирал? Пожалуйста, выражайтесь точнее. Сейчас я тебе все объясню. Слушайте, я ж только с самолета. Ах, ты ж. Тебе хватит? Знаете, вы крушите очень дорогую собственность. Нас за такое отсюда могут и попросить. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Вот, здесь. Душу ждут муки ада. Черт. Что? Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис... Ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай.
похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну ты даешь. Ну тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейв, и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, тут я сюда. О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени. И это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Ну, Рейв подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт. Да? Ты только... вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Это еще что? Снаряга для раскопок. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. Ну что, такие же сабли. И год верный. Сэм, сюда! Что, нашел? Вот, Бенджамин Бриджман. Псевдоним Эвери. Чем-то этот череп меня смущает. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери. И череп должен быть повернут... в сторону. Что это? Господи.
ты готов? О, я-то давно готов. Какая-то лампа. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Ну ты посмотри. Ладно, попробуем. Сезам, откройся. Не то сокровище. Цыц. Неплохой вид, но нет сокровища. Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Иди сюда. Посмотри. Склизко. Там ручки или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк. Ладно, поехали. Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Рот-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но Тью погиб, атакуя ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким... боком. Вот это хороший вопрос. Обратно пойдем другим путем. Ну-ка, попробую вынуть руку. Ух ты. Это такой хитрый тест или испытание? Да. И этот вот не прошел. А мы пройдем. Так, эй, стой, стой. Что? Слушай. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка, закрытые зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов, там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет. Я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона.
того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкурент. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь, мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Давай, пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу? Что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Пускай. О, никогда не приду. Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность, ясно. Только мне ловушка. Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где грёбаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт. Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? А, черт. Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна? Рейв? Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно, это детали.
Не трогай! Выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное значит на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами. Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо. Привет. О, Господи, ты тебя не дозвонишься. Ты живой там? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть снаряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? О, не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно, ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно, стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага.
Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. Черт, стой, стой! Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Все готово. Поехали! Ладно, без паники! Без паники! Сейчас порвется! Да. И как? Бывало и лучше. Давай, вытащи нас. Держитесь. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое, да приидет царствие твое. Бережно, бережно. Весело было, да? Да, об этом я расскажу своему мозгоправу. Посмотри. Святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? Еще знаки. Наш дорогой Эвери, Томас Тью, а это... Это Адам Болдридж, Джозеф Фаро, Ричард Вонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну, ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмен. Виктор, ты просто гений. Слыхал, Нейт? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь, башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Левые ковали! Черт! Засада! Ты что делаешь? Проверяю кое-что. Черт. Ты смотри. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки... Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ладно, я бегу к этой, а вы с Виктором к той. Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нейт, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. Черт.
Если нарвешься на клоунов Надин, дай нам знать. До скорого. Надо спешить. Пошли. Да. Вот наша башня. Ты правда думаешь, что клад спрятан прямо посреди рынка? Да это безумие. Но мы не такое видали. Это правда. Это очень высокая башня. Да, очень. Так, орел или решка? Господи. Привет, царь. Ну-ка. Эй, смотри. Монетка. Тебе нужна? Ну ладно, давай. Глянем, что там. Я надеюсь, золото... и бриллианты. Сали. Сейчас. О. Эй, это наши клиенты? Ага. Генри Эвери, Томас Тью, сообщники. Бинго. Что теперь? Я еще не понял. Может, отправим Сэму? Может, хоть он разберется. Знаешь, это похоже... Ну-ка. Зачем? Ты же сделал фото. Подержи.
Видишь ли, у людей Эвери не было смартфонов, как ты понимаешь. Понимаю. И только так они могли найти подсказку. Это подсказки? Ну-ка посмотрим. Вуаля. Вот это похоже на пассаты. Вот это, конечно, широты. Да. И, сдается мне, нам опять пора паковать чемоданы. Что? Prodeus Quod лицензия. Не может быть. Чего не может? Это же очевидно. Нейт. Как же я раньше не понял. Да хватит уже саспенс нагнетать. Чего ты раньше погоди, не понял? Погоди, погоди. Сэм, фотки получил? Ну надо же. Я вроде звонил по номеру Салливана, а нарвался на тебя. Как дела, Нейт? Рейф. Давно не виделись. Откуда у тебя номер? Салли оставил в баре на салфетке? Если. Так он обошелся бы мне в 3 стопки рома. Но нет, за него пришлось выложить кругленькую сумму. Ага. Надеюсь, ты на всем этом не слишком разорился. Говорят, конкуренция жесткая. Да, вы, ребята, конечно, не промах. Но в итоге решать будет тот, кто доберется до сокровища первым. Ты хочешь на спор? Ну, ты же знаешь, я всегда готов на пари, но моя партнерша, она предпочитает устранять ненужные риски. Рейф Адлер, слушай чьи-то приказы. Времена меняются. Вот что, Нейт, даю тебе последнюю возможность. Бросай это все. Езжай домой, к жене. И я прощу и забуду. По старой памяти. Конечно, заманчиво. Но, знаешь, я не из тех, кто сливается, имея козыри на руках. Ладно. Prodeus Quod Licentia. За Бога и свободу. Хорошие фотки. Композиция. Ты взломал телефоны. Вы украли мой крест. Послушай, Нейт. Если ты такой умник, как думаешь, ты уйдешь в сторону. Что скажешь? Слушай, мне всегда приятно поболтать со старым другом, но у меня вторая линия. Эй, Нейт, погоди. Нейт! Что? Ты ведь в курсе, что у вас телефоны с геолокацией, да? До скорой встречи. Дай угадаю, к нам уже мчится целая банда. Сэм. За Бога и свободу. Ты понимаешь, что это значит? Сэм, послушай. Прячься, где хочешь. И разбей телефон. Что происходит? Рейв знает, где мы. Быстро найди, где укрыться. Сэм. Сэм. Чтоб тебе. Эй! Я тебе новый куплю. Есть. Салли. Похоже, это башня Сэма. Ну точно, она самая. Пошли сюда. Эй, похоже, это он. Вот там. Держи руль. Давай в машину, живо! На байке быстрее, не спорь! Берегись! Вот, что!
Нужно выбраться! Теперь он точно покойник. Зачем рисковать? Черт! Плохо. Живой? Да. Поехали отсюда. Ну, вроде все тихо. Ага. Ну-ка. Род Деус Куат Лисенти. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу. Это их девиз. И все отсылки к раю сразу было ясно. Я вижу, у вас все хорошо. Лучше, чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Либер чего-чего? Либерталия. Эвери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее даже пиратскую утопию. Так, ну а что сокровище? Короче, по легенде, это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было все общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И все ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Но... И где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. На острове. Северо-восток от Кингсбэя. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберется, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Говорю тебе, сокровище уже, считай, у нас... Как твоя работа в Малайзии, Нейт? Ты слегка сбился с курса. Елена, я... Это не то, что ты думаешь. Правда. Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем... Это именно то, что ты думаешь. Но я все объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Ну, во-первых... это Сэм. Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Извини. Я думал, он погиб в панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых 15 лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их – сокровище Эвери. Но хорошая новость. Мы его нашли. На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще... Была работа в Малайзии. Ну,
Ну, я... Ясно. Стой, погоди. Елена, стой! Я не понимаю. Я хотел тебе сказать. Знаешь, хватит! Хотел, правда, но вот как? Да словами, через рот! Я хотел тебя защитить. Вот не надо, Нейт. Ты просто струсил сказать правду. Опять. Я же знал, как ты среагируешь. А ты бы как среагировал? Ты же врал мне. Так долго. Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Кто же ты? Да ладно. Я — это я. Ну, я же. Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. У меня самолет. Поступай, как знаешь. Эй, что ты делаешь? Беги за ней. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя или спрятать где-нибудь. Он у меня провел есть люди. В тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно, бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Как прикажешь. Тебе помочь? Не надо. Иди собирайся. Эй, Нейт! Да. Земля. Ну, что скажешь? Неплохо. Встань-ка за штурвал. Знаешь, со всей этой беготней на грани жизни и смерти мы как-то забываем остановиться и оценить красоту момента. А? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Да. Слушай, братишка. Она тебя простит. Точно простит. Мы же вернемся с таким сокровищем. Не знаю. Просто это будет далеко не в первый раз. Ха. Я ожидал чего-то побольше. Да, но мы точно в нужном месте. Теперь надо найти, где причалить. Вроде это оно. Какой это символ? Стрелка компаса.
Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Только другая. Посмотрим, куда указывает. Начало. Ты просто думай о сокровище. А я пока думаю о спине. Черт. Попробуем. Ну, куда теперь? А вот и статуя Эвери. Знаешь, сдается мне, капитан Эвери страдал нарциссизмом. Думаешь? Да. Посмотрим, что он нам приготовил. Эй, Сэм, давай. О, нет, нет. Уступлю тебе право. Давай, Нэй. Ну-ка. Так, капитан. Вот. Ну? Большой остров в форме черепа? Просто остров. Без черепа. Она здесь. Либерталия. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Но почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться? Порадуюсь, когда откупим тебя от Алькасара. Пошли. Ладно. Что? Ладно, ладно. Ну нет, эти твои «ладно» всегда означают не «ладно», а совсем наоборот. Это наш рейф? А кто ж еще? Ну, черт. Ай. Сик парвис магна. Сэм. Но где ты? Охренеть!
Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни ну, псу хватит. Под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталию. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И? Ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да. Посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Хороший вид. Выпьем. Да, выпьем. Что тут хорошего? В колонии? Ну да. Кладешь свои кровные в общий котел с этими проходимцами. И что потом? Ну, расслабляешься. Тихая гавань. Крепкий грог. Неплохая жизнь. Да, наверное. Но каждый день видеть статую Эвери. А ты не задумывался? Что было бы, если бы мы жили иначе? Раскрутили бы твое шоу с фокусами? Вот да, неплохая идея. Я был... По-моему, ты себе льстишь. Да тебе просто завидно. Ну да. Ты завистник.
Я в смысле, как бы мы могли сейчас жить, если бы вообще не стали гоняться за сокровищами всяких мертвецов? Ты думаешь, наша жизнь могла быть, ну, нормальной? Нормальной. То есть, все мило собираются за столом на День Благодарения, показывают фотки детишек. Так, что ли? Нет, спасибо. Не по мне. Мне и так хорошо. Ага, я это уже слышал. Брось. Нам с тобой повезло. Это везение? Да. Ну, то есть, я, конечно, отсидел 15 лет, так что все относительно. Ну да, тут ты прав. Всяко лучше, чем тюрьма. Ну, моя кружка пуста. Должен сказать, сервис тут ни к черту. Защищайся, пес! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось? Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Не. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери, Тил, основатели Либерталии. И везде написано «вор». Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Ха. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта? Ха, вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. О, вот это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Ну что, пойдем грабить награбленное. Стой! Надин, рад тебя видеть. Все, Манго, Манго! При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Стой,
Ладно, это тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Твою мать. Да уж нет! Как она это делает? Давай, может, договорим? Я сейчас. Надин! Ты шустрая. Но недостаточно. Да, оставь ее. Надо выбираться, пока они... Черт. Эй-эй-эй! Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмюэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно. Ты уже победил. Расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты, мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмюэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив и даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя.
Ну, стой. Слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь ошибку! О, Господи! Нейт! Эй! Нейт! Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты. Никак. Ну-ка, давай вместе. Готов? А это что? Ого, это саркофаги какие-то. Ага. Посмотри, да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм? Настоящие. Что это за место? Ну, надо узнать. Ого. Сэм. Нашел что-нибудь? Вот они! О! Что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно. Прости, Нейт. Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, но вам надо портить жизнь двум пацанам. Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что?
Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... Мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Ха, нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий... Это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться. Как и от многого другого. Извините. Старушечья болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает, может, однажды вы закончите то, что она начала. Вот черт! Значит, вы сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли? Значит, сможете сами выйти? Да. Ну-ка. Спасибо. Вы извините нас. Все, давай, Нейт. Пошли. Вам плохо? Господи. Нет, 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 нет. Эй! 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 Сэм? Мэм? О, это черт! Полиция. Все, надо валим. Что-то сделать. Да, надо ноги уносить. Нельзя ее так бросать. Ей уже ничем не поможешь. Давай, надо бежать, если копы увидят нас тут с ней. Нейт! Надо бежать! Быстро! О, черт! Окно! Окно, быстро! Ты пойдешь наверх, ты со мной. Залезай, погнали! Ну что, держишься?
Ну, вроде все. Давай передохнем немного. Да? Ну и ночка. О, да. А она... Так, слушай меня. Мы ни в чем не виноваты. Эта старуха была... Короче, больна. А ты можешь жалеть ее, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют. А ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьезно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага, копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так, я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. Но прежде... Не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново. Под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. А что касается фамилии... Мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе далеко пойдем. Что скажешь, Натан Дрейк? После этого все изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай не дергайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму. Если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял, ну, или думал, что потерял. Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прям уж все. Но это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Прием, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остается спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты все-таки с нами? Ну, еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт, ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, а сокровища? Забудь. Черт с ним.
Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп, то есть его долг... Побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом, ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Опять. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Так почему ты передумала? Ты сказала, что могла не вернуться. Ну, ты по уши увяз, не могла же я тебя бросить. Я же все-таки клятву тебе давала. В горе и в радости. Да. В горе и в радости. Нет, правда не брать. Что бы там ни было, надо честно все обсуждать и решать. Вместе. Команда. Я понимаю. Ну, правда, просто... Я... Знаешь... Давай лучше потом. Не будем отвлекаться. Держись. Сворачивай, не могу. Течение сильное. Готов. Ну, прощай, машина. Пошли. Я не защитить тебя пытался. Ну, просто я же обещал больше в такое не ввязываться. Мы обещали. Но я все же полез. Я скрыл это, потому что я боялся. Да? Чего? Тебя потерять. Так что я скорее защищал себя. Понимаешь? Нам еще далеко идти. Да. Давай пойдем. Ага. Давай. Все нормально? Да. Ух ты. Вотчина пирата, Эвери. Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Но косметический ремонт может спасти. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. А-а-а. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт! Что? Что там? А, дверь. Сэм? Ну, хоть жив. Это пока. Пошли.
Надин притащила сюда целую армию. Господи. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю, отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Тома Стью. Ну, конечно. Тома Стью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровище. То есть людей они убрали, а между собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью... Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Ну, поехали. Готово? Какое-то письмо. Подпись Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные. Тучи сгустились над Раем, но мы должны сохранить его богатство. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать. Взорвать дамбу, уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Нейт. Да. Есть там что? Вроде да. Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделала? Где Либерталия, кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... Нажал. Неплохо. Не ударься. Ага.
Ого. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Придется выяснить. О, стоп. Что, тут ловушка? Похоже. Но Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. Скважина. Ключ. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, Господи. Но, чую, все будет хорошо. Да? Давай. Ладно. Ты идешь? Нас хотя бы не разнесло на кусочки. Черт. У тебя случайно нет ножа? Нет. Но у того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Спасибо, капитан Эвери. Прям как раньше, а? Елена. Елена. Эй. Елена. Елена. Мой герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. А что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все. Нет, даже близко нет. Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да. Да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли. Охренеть. Это кладбище кораблей. Нейт, на корабле. Это Сэм. Как же я рад тебя видеть. Да. Как насчет убраться отсюда? Я за. Ты, как всегда, вовремя. Ну, я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй! Эй! Ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали,
А это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Была пара сложных моментов, но он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасаром. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю. На тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Да. Эй. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, мы нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам. Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Ну-ка. Есть! Так. Есть. Видите? Ну-ка. Не получится. Нейт, давай. Нет, сейчас. Давай.
атаковать! Чтоб тебя! Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт! Нейт! Стой! Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот только попробуй не вернуться. Люблю тебя. И я тебя, ковбой. Почти все? Это последние, мэм. Хорошо. Думаю, сможем наших догнать. Сэм только что угнал нашу лодку и направляется к кораблю Эври. Пускай. Мы все. В смысле? Почти все мои люди погибли, а те, кто жив, отчалили. Ты видишь? Цель буквально в двух шагах. Этот псих начинил ловушками целую пещеру. На его корабль я не полезу. Надин, если ты сейчас сдашься, то все твои потери и вообще все наши усилия были зря. Вот здесь у нас миллионы золотом. Это плюс жизнь уже неплохо. Ясно, почему от тебя люди бегут. Что, прости? Мы на пороге исторической находки, а ты хочешь уйти, подобрав крохи из-под стола? Сэм же все себе заберет! Если уйдет с корабля живым, пускай. Я скажу, заслужил. Ты-то явно нет. Ну вот. Можем стоять и ругаться тут с тобой. А можем закончить то, что начали. Как раз заканчиваем. Простите, мэм. Да. С наемниками такая штука. Они служат тому, кто больше заплатит. Ну так что? Либо мы идем до конца вместе, либо закончим все здесь. Идем вместе. Умничка. Ну, пойдем. Нейт. Где Сэм? А, Сэм, вон он. Сэм! Да живой он, живой. Из-за него мы чуть все не погибли. Я его забираю. Нет, вряд ли. Рейв, ты получил сокровище, отдай мне моего брата. После всего, что он сделал? Благородно, но нет. Еще немного, и мы все тут погибнем. Этого хочешь? Нет, конечно. Ну что, Надин?
Рад видеть тебя живой. Будь душкой, забери у него пистолет. Давай сюда. И ты правда ему доверяешь? А? Не твое дело. К чему эти провокации, Нейт? Мы с Надин партнеры, а я всегда честен с партнерами. Встань туда. А вот вы с братом всегда злоупотребляли моим великодушием. Пытались обойти меня, и это будет вам хорошим. Ты что делаешь? Давай пистолет. Надин? Повторять не стану. Ты делаешь просто невероятную глупость. Посмотри. Хватит, дурака. Ты что? Посмотри. Ну смотрю, два скелета. И что? Я мало что понимаю в истории, но даже мне ясно, кто это. Просвети нас. Это Эвери и Тью. Они убили друг друга. Ну, убили. Что теперь? Все, кто одержим сокровищем, получают свое. Что, бросишь нас тут погибать? Я ухожу. А что с вами будет, мне плевать. Надин, стой! Прощай. Надин! Надин! А ну открывай дверь! Сейчас же! Грейв, она ушла. Давай, помоги мне, мы выберемся. Ну нет, так не пойдет. Помоги мне с Сэмом, а я помогу открыть дверь. Нет, я же не получу радости ни от одной монетки, зная, что ты и твой никчемный братец еще коптите небо. Ладно. Спокойно. Давай потом как-нибудь потренируемся в фехтовании. Нейт, заткнись уже! Раз тебе так дороги эти остолопы, я отправлю их следом за тобой. Ангард. Вот это дело. Вали! Давай. Ладно, ладно. Вот и все. Мы с братом уходим. Впрочем, сгорей с кораблем, пожалуйста. Подловил. Ну, знаешь что? Во всей этой бравадой скрывается жалкий пацан с манией величия, который даже фехтовать не умеет. Прощай, Натан Дрейк. А ты, парень, настырный! Вот все, кроме этого! И это все мое. Хочешь сокровища, Рейв? Забирай. Нет смысла. Давай! Черт! Слушай меня. Я мечтал найти сокровище с тобой. Сэм, хватит. И мы нашли его. Нашли его, брат, да? Вот и все. Нет. Должен быть способ. Нейт, ты уходи. Надо что-то. Да уходи! Надо что-то! Ничего не делать! Давай, я должен знать, что ты выбрался. Нет. Эй, тут сейчас все взлетит на воздух! Точно! Точно! Что ты делаешь? Сейчас! Что?
Обалдеть! О, Нейт! Нейт! Давай, помогу! Ты живой? Да. Эй, Салли, они со мной. Где вы? Вот здесь. Все взяли? Да, вроде все. А что забыли, то можно продать. Может, все-таки подбросить? Спасибо. Но я люблю летать с комфортом, с коктейлями и откидными креслами. К тому же, нам с ней о многом надо поговорить. Это точно. И чтоб больше не звонил среди ночи последний разок. Обещаю. Спасибо. Береги себя. И не пропадай. Будешь в городе, с меня пиво. Это я запомню. А потом кролик все равно сбежал и оставил много неожиданностей прямо у директрисы на кровати. Эй, вот. Ты что ей рассказываешь? Про твое увлечение фокусами. Придурок. Какой был псевдоним? Скажи ей. Великий Нейт. Не понял, что тут смешного? В его оправдание могу сказать, он был и правда крут. Ага. Ну, Сэм, знакомство с тобой было приключением. Пожмем руки? Ну... Нет, давай-ка по-взрослому. Присмотри там за этим остолопом. Присмотрю. Я догоню. Ага. Хорошая. И, похоже, за что-то тебя любит. Похоже. Слушай, предложение в силе. Спасибо, конечно, но нет. Если ты боишься нас стеснить, брось, нет, мы все обсудили. Дело совсем не в этом. То есть и в этом тоже, но... Просто я думал, что после сокровища Эвери я успокоюсь. А я, наоборот, почувствовал внутри какую-то... Пустоту. Да. Знаешь, каким бы классным ни было приключение, в итоге всегда это пустота. И однажды надо просто выбрать, что оставить себе, а от чего отказаться. Ну, я пока не готов выбирать. К тому же, ты больше меня повидал древних городов, и меня это напрягает, так что... Я тебе парочку оставил. Ну, спасибо. Ну что, нам пора. Ага. Сэм, мы крутые. Это точно, брат. Иди сюда. Не делай ничего, чтобы не сделал я. Давай уже, катись. Огоньку бы. Ага. Ну, Виктор, какие планы? Пока меня не втянули в это, я работал над одним деловым предложением. Деловым? Опасно? Ну, с этими людьми всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел. Только что из тюрьмы вышел. О, даже не знаю. Ему можно верить? С оглядкой. Португальский знает? Quando seu marido voltar para casa? Переведи. Когда возвращается твой муж? Сойдет. Пошли.
А сигара не найдется? А вот это перебор. Доброе утро. Это уж точно. Утро доброе. Ладно, сдаюсь. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Марин. Да ладно. Ага. Ух ты. Ну, здорово. Тебя, наверное, можно поздравить? Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Это прекрасно. Да. А ты останешься? Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться, с семьей побыть, порыбачить, опять же. Молодец. А что за олух? Все это купил. А, ты и купил. Что? Хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Стой, Джеймс. Эй, 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 погоди. Привет. Доброе утро. Ты что здесь делаешь? Я хочу осмотреть будущее владение. Ключи я ему уже отдал. Так это что, ага. Серьезно? Нейт, не сомневайся. Это будет очень хорошее вложение. Решайся. В общем, звоните. Ладно. Привет. Привет. Ты покупаешь Джеймсон Марин? Мы покупаем Джеймсон Марин. А, ясно. Супер. Зачем? Ну, я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов Малайзии. Думаю, это для нас. Нет, милая. Мы же еле выбрались живыми из Либерталии. Да. Опять нелегальная работа? Ты знаешь, чем это может кончиться. Ну, почему нелегальная? Вот. Этим утром пришли. Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Так, кстати, не пришлось никому на лапу давать. Это хорошо, потому что денег на взятки у нас все равно нет. Ну-ка. Руку протяни. Что? Руку протяни. Давай. Охренеть. Ага. Откуда это? В кармане у себя нашла. И еще целую кучу. Кучу? Сэм. Он такой ловкий. Да. Конечно, большая часть уйдет на эту покупку. Ну и на видеоаппаратуру. Аппаратуру? Да. Раз уж мы достаем этот корабль со дна морского, надо взять команду, все заснять и возродить мою программу. Милая, а как же наша нормальная жизнь? Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули. Слушай. Я поняла, что я тоже. Я... скучаю по приключениям. И по нам скучаю. Теперь мы можем делать то, что любим. Но только с этого дня мы все делаем строго по закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку своей жутко дорогой камерой. Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Но слушай, если не хочешь, только скажи, и мы все отменим. Что?
Нет, 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 нет. Не будем лишать Джеймсона его раннего выхода на пенсию. Это жестоко. Ну да. Но будет непросто. Как и все интересное. Ну? Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. Я тоже не могу. Я буду занята, у меня ж будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж, ладно, тогда по очереди. Да. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже круг, не... уже скорость реакции ну, прокачалась. Ну я же не могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продать? Я ни капельки не боюсь. По 10-бальной шкале. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А, по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже. Это... Ладно. Все. Напросился. Где они? О, какая прелесть. Прости, Салли. Сэм тут такой молодой. Ты где? Привет! Мы тебя искали. Ты что делаешь? Да вот вас ищу. Мы все погрузили. Идем. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Мне надо. Взять... Что такое, Кэсси? Ладно. Не злись. Говорю же, не злись. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Ну, вот только фотку с дядей Салли и с каким-то испанским сокровищем и с ружьем. Да. На. Это должно было случиться. Может, пора рассказать? Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры? Да, манеры. Пардон. Ну, что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере... Череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я еще не готов. Правда. Нейт, пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда это вы, Сэм. Это было другое дело. Ага. Так, слушайте, если у вас там были какие-то темные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. И сколько тебе? Ха-ха, смешно.
Мам? Ладно. Так, ну, в общем... Как-то мне позвонил парень. Якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Да, красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит: оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завел нас в лапы индонезийских пиратов. Да брось, ты же знаешь, это не моя вина. Стоп, тайм-аут. Так говорите, на вас напали пираты? Когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка? Так что ли? Ну, да, да типа того, да. Брехня! Манеры. Врете. Лучше. Ладно, я слушаю. Знаешь, солнце светит, лодка ждет, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был, Дрейк? Жуткий? Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты пути к Эльдорадо. Золотой город? Это по легенде. На самом деле это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьезно. Но до этого еще. Сначала как-то... Спасибо.